Похоже, он просто смеется над нами. Можете войти. Пока, Макс, увидимся. Надеюсь, тебе повезет больше, чем мне. Съемки запрещены. Так, Вердо. Вы должны признать, что быть преступником нет никакой выгоды. В малом масштабе никакой. В смысле? Во всяком деле, обеспечить успех может только организация. Вы ведь не хотите покинуть мир с такой циничной фразой на устах? Быть идеалистом в такой момент не слишком уместно. Что вы там говорили насчет добра и зла? Я говорил о разумном равновесии. Избыток одного губит другое. Добра не может быть слишком много. Беда в том, что этого мы никогда не узнаем. Слушайте, Вердо, во время суда вы вызвали у меня симпатию. Дайте мне возможность написать материал с моралью. Ведь вы же образец трагического злодея. Не знаю, как кто-либо может быть образцом злодея в наш преступный век. Но как же вы грабили, убивали? Это был бизнес. Другие не занимаются таким бизнесом. На этом основано множество крупных бизнесов. Войны, конфликты. Все это бизнес. Совершивший одно убийство – злодей, миллионы убийств – герой. Масштабы оправдывают все. Пришел отец Феро. Пожалуй, я его приму. Простите, я несколько ограничен во времени. Ну что ж, может быть, вы еще что-то мне скажете? Конечно. До свидания. Прошу вас, отец. Отец мой, чем могу быть вам полезен? Ничем, сын мой. Это я хотел бы помочь вам. Если смогу, я пришел просить вас примириться с Господом. С Богом я в мире. У меня конфликт с человеком. Вы не раскаиваетесь в своих грехах? Кто знает, что такое грех? Первородный грех, принесенный с небес падшим ангелом. Кто знает, какой конечной цели он служит? В конце концов, что бы делали вы, отец, если бы не было греха? Именно то, что делаю сейчас, сын мой, пытаюсь по мере моих скромных сил помочь заблудшей душе. За вами пришли, позвольте мне помолиться о вас, если вам угодно. Но вряд ли эти господа захотят ждать. Да помилует Господь вашу душу. Почему бы и нет? В конце концов, она принадлежит ему. Анри Вердо, криминальный суд Французской Республики приговорил вас к смертной казни через гильотину. Согласно приказу, приговор будет приведен в исполнение сегодня. Благодарю. Сигарету? Не курю. Прошу. Что это? Ром? Нет, спасибо. Хотя, минутку. Я никогда не пробовал ром. Adjutorium in nomine Domine, quae facet caelum et terram. Конец фильма.